Всем привет, друзья! С вами Малдер, у нас Трайн 2. В предыдущей серии мы в какую-то тут пещеру провалились. Давайте искать путь наверх, на поверхность. Паучки, судя по всему, тут живут, и причем гигантских размеров, которых мы уже с вами встречали и не раз. А тут тупик, между прочим. Подождите, тогда пойдемте... пройдем вот сюда. По-любому нам в какую-то из двух сторон... А, вода! Вода. Паук. Паук вижу, но... В этой пещере что-то есть. И это точно не единороги или радуги. Паук. А у меня съест, интересно знать. Так, ну погоди, давай испытаем. Ох, блядь, ёб твою мать, нихера себе. Один удар. Один удар и все. Стоп. Воду. Ладно, здесь, наверное, здесь все просто. Здесь все просто. Строим ящик. Строим второй ящик. Отлично. Строим мост. Великолепно. Берем Зойку, херачим и получаем что-то. Ну, зарастет, может быть, какими-нибудь кустами? Нет. Нет, нам показана дорога. Отлично. Ну, то есть над этой пещерой. С паучищем. Паучище. А где первый листочек-то? Что-то я не... А! Вот, здесь цепляться можно. Подождите. Большой листочек. Хорош. Запрыгнем сюда. Вот тут еще что-то есть. Тут секретик, наверное, какой-то. Да! Здесь... Стоять, там еще что-то, что ли, лежит? Ёпта, там стоп. Там что-то есть. Вопрос на миллион. Как туда забраться теперь? Надо нам повнимательнее сейчас посмотреть. Во! Там что-то лежит. Причем, стоп. Где тут вообще? Коробку мы сделали? Коробку мы сделали. Сюда мы можем как-то залезть. А вот как? Там ведь шип... Здесь пол. Здесь тоже. Просто очень так плохо все видно. А как нам туда? Ладно, стоп. Стоп, я придумал. Кажись... Блядь, что заебало заедать-то нахуй? Еще в прошлой серии мозги ебало, блядь, эта хрень. Делаем мостик. Кладем его сюда. Делаем мостик. Так, и запрыгиваем с... О, тут секретик даже с этой самой... С сундуком. Картину для коллекции мы нашли. Картинка для коллекции. Хорошо. Хорошо. Сейчас тогда запрыгнем обратно вот на этот шар. Эх, блядь, запрыгнули. Тихо, паучище, что-то там уже ждет нас, между прочим. Да, блядь! Съест, съест, сука. Блин, точнее, он не съел, а надкусил. Надкусил, сволочь. Так, есть. Сейчас тогда... Как-то нам надо подгадать, что ли, момент. Так, тише, тише, тише. Не падай, зайчела. Зайчонок, не падай, я тебя прошу очень. А, я за... Да ебить твой налево. О! Паук, с паука с реакцией все плохо. Это нам только на руку. Вот так, да еб... Как так-то? Я хотел перепрыгнуть сразу на этот шар, но не получилось. Грибок. Грибок, грибок, грибок. А здесь у нас что за грибки? Стой. Стоп, 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 подождите. Надо нам вот туда вот запрыгнуть. Давай. Да как? Почему? А что я не могу взять-то? Эй. Может зай... А, стоп, я понял как. Тактика предельно проста. Есть. Взяли. Ну, там еще один есть, между прочим. Отлично. Отлично.
Отлично, тут у нас... Это что такое? О, тут гоблин стоит, ничего себе, я его даже не заметил. На, скотина. Прибил просто. Прибил. А здесь запрыгнуть? Здесь запрыгнуть-то можно. Так. Листочек. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, неплохо, неплохо, нормально. Нормально все прошло. Сука, я там вижу столько всего. Ай-яй-яй, яд, твою мать. Я сейчас сдохну. А как нам туда-то? А, вот, может быть, через верх пролезть. Так, вон. А, стоять. Да как ты, блядь, задел-то, сука? Ай, бляха, убили. Убили рыцаря, твари. Убили. Но я очень много здоровья потерял вот на этой хрени. На карусельках. Давай-ка. Блядь, сейчас Зойка теперь страдает. Мимо! Отличный удар. Блин, отличилку дали. И лечилочку тут же нам дали. Стой! Вот так надо. Ты выдержал удар? Ну, комар... Блядь, где ты? Готов. А, тут там даже наверх можно... Наверху зацепиться. А вот здесь у нас здесь какой-то типа тоже тайничка секретика. Ай-яй-яй-яй. Зайчела. Спокойно. Ну нет, 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 блять, не догнал. Не догнал огонек. Использовать рычаг. Что-то тут надо сделать. Воротина открывается у нас. А я могу и наверх ведь залезть, правильно, как я полагаю? А для чего? То есть, типа, просто воротина открылась и все? Она не опустится? Нет, не опускается даже. Ладно. Оба, оба, оба. Оба, нихера себе. О, еще один маленький, поменьше. Прям прижал. Эх ты! Готов. Ну-ка дай-ка зайчелый. Ушел? Сдох. И сердечко там есть сразу же. Какая-то клетушка. Стоп, 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 стоп. Давайте-ка мы залезем наверх. И вниз надо будет нам. А, все, это я взял. Использовать рычаг. Подождите. Подождите. Вот. Здесь какой-то секретик есть. Блин, а я его... Ай, блядь, тут шипы. Ну-ка, давайте рыцарем возьмем. Да не меч и щит, а вот кувалду. Кувалдометр. Ага, разбили. Теперь. Есть. Взяли большой шар. Стой, 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 Зойка! Ты чё, блядь? Зойка, не тупи. Всё. Рычаг. А чё нам даст этот рычаг-то? Ну-ка, давай посмотрим. Чё-то откро... А, это проход откроется. Он... Вот этот, наверное, будет закрываться, как я полагаю, да? Телега какая-то. Да, блядь, хорошую память тут задевать. Телега какая-то даже есть. А мы ее сейчас передвинем. Сейчас мы ее передвинем. Зойкой зацепимся сюда. Стоп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не упало. Хорош. Там, кстати, я видел воздушный поток. Давайте мы сейчас эту хрень передвинем обратно. Вот, Зойкой залезем. Сюда. Эх ты, а что ты, не хочешь сюда залезать? Как-то? Не понял. Она наверх-то не залезает, что ли?
Почему? Вот. И сдуем. Сдуем все. Все, чистота. Чистейший альпийский воздух. А у нас тут два шарика как раз есть. Вот и все. И перебрались заодно на другой берег. Листочки. Листочки. Сейчас будем что-то выращивать. Тут что у нас такое находится? Так, я вот не понимаю, это, блядь, у меня бак, нахуй, или... В натуре батарейки, блядь, садятся, нахуй. Так, ебанули мы молотком. Молотком-то молотком, хорошо. Батарейки-то, если садятся, что-то как-то рано. Я месяца... 3 назад новую засовывал. Да, месяца 3 назад. Батареи хватает очень надолго. Мне в прошлый раз на год хватило. Практически. Блять, давай залезай. Отлично, взяли. А зачем нам нужен этот шар? Мы его ведь можем переместить куда-нибудь. Стоп. Так, это мы что-то тут сделали. Хрен знает чего, правда? Так, подожди-ка, нам надо ее перетащить. И, наверное, в эту болотину уронить, правильно, я так полагаю? Цветочек, цветочек, для чего нам нужен цветочек? Для чего нам надо этот цветочек вырасти? Вырастить, точнее. Опа. Ага, там что-то есть, да? А, или нам туда и надо. По сюжету. А здесь тогда что? Здесь не пройдем. Ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Значит, нам по-любому надо что-то тут выращивать. Хорошо. Хорошо. Значит, делаем просто. Делаем просто. Вот здесь. Вот у нас будет доска. Сейчас я маленько подвинем, правда? Вот так вот. Стой, стой, хорош. Здесь будет доска. А что такое? Тут вообще все просто, блин. И здесь будет доска, и все. И вот мы создали поток. Ну-ка, зайка. Так, еще один прыгучий цветуечек есть. Стоп. Ой-ой-ой. То есть я могу и вниз, как бы, да? Ну-ка. Слушай, мы давно вот этим фокусом не пользовались, гендельским. Блять, ты чего она? Да хорош, ну что за ебань-то? Заебал этот бак, нахуй. Подожди, сейчас коробку сделаем. Коробка тоже подпрыгнет. Правильно, я думаю? Подпрыгнула. Надо, чтобы ровно она подпрыгнула. Вот, допустим, вот так вот. И все. И тут сундук мы видим. И какое-то колесо. Что там в сундуке? Давайте глянем. Стихи для коллекции. Там, где падает вода, нужно нам с тобой туда. Рядом спи, моя любовь. Выше ненависти кровь. Угу. Цветуёчек, отпусти ты, блядь! Блядь, надо в натуре попробовать батарейки поменять. Меня заебло это, нахуй, если честно. Причем это только в этой игре, блядь. Ох, как далеко летим-то! Отлично. Стоп. Водица, да? Амадей-то наш дышать не может теперь под водой, так как Зойка спиздила талисман этот, который мы нашли в предыдущей части. И, наверное, загнала по хорошей сумме. Ладно, пойдемте дальше.
Мы без талисмана тут проживем. А, все, конец уровня. В пещерах Понтий нашел несколько грибов, но Зоя и Амадей убедили его не есть их. Амадей вспомнил, как варил грибное зелье, будучи еще учеником. Ничем хорошим это не кончилось. Герои вышли из пещеры с первыми лучами рассветного солнца. Ну, хоть, может быть, сейчас день будет. Надоела эта темнота-то, между прочим, уже. Отлично. Красивый рассвет. Замок Розабель должен быть уже близко. Замок Розабель. Что? Shooting into water. Что-то выстрелите по воде. О! Ёпта, ледышка нахуй. Нихера себе. Блин, в этих деревьях висят огромные мохнатые фрукты. Это кокосовые орехи. То есть это огромные мохнатые орехи? Нет, это фрукты. А почему тогда кокосовые орехи, а не кокосовые фрукты? Не знаю. Зойка, ну не это самое, ну ты-то хоть мозги мне не еби. О, крабик, блядь. Ёпты. А мы на него встать, наверное, можем, да? Смотри-ка, нахуй. О, дай-ка мы здоровым сейчас его прижучим прям, просто. Стоп. Заебла эта хуйня. Заебла. Где у меня батареечки новые? Сейчас мы просто испытание проведем. Сколько, блядь, можно мне мозги-то ебать? Я не могу так играть, нахуй. У меня как раз тут две валяются в заначке. Просто опыт произведем. Все ли дело в батарейках? То есть займет буквально секунду. Подождите. Ну-ка. Сейчас ебанем. Раз, два. Навехонькие. Прямо навехонькие. Ну-ка. Продолжить. Все нормально, блядь. О-о-о, крабик-то, блядь, подожди. Крабика нельзя убить, что ли, хотите сказать? Так, а это что за кнопка? Какая-то... Ага. Блядь, ты чё? Ёпты, мать, там... Ага, рыба. Но только ты... Рыба моей мечты, блядь. Рыба меня съест, наверное, сейчас, да? Тут под водой-то много всего есть, смотрите-ка. Смотрите, шары и... Еще что-то мы тут находим. У меня, правда, воздух кончается. Удильщик, эта рыбка называется. Эх, блядь. Так, ну-ка. Драться я не могу. Это плохо. Драться я под водой не могу. Печально. Уровень повышен. А вот мы сейчас здесь выпрыгнем, да и все. Правильно? Давай, Зойка, выпрыгивай, вот. Эх ты. А, тут и орехи есть. Все нормуль. Да подожди ты, блядь. Что за подъебка? Ну ладно, проплывем, какая нам разница. Рыба, ну-ка, да, она кусается? Да, она даже не кусается. А, добрая. Добрая рыбка. Так, ух ты, чуть не это самое, чуть не по хребтине-то. Это хреновина. Не задел, а это, подождите. Здесь у нас огонек, правильно я понимаю? Правильно я понимаю, как нам его перекрыть? Гэндальф же, если даже создать, а, может быть здесь доску создать? Что за хуйня? Она лопается. А если херануть из этого самого, из молотка, вот по этой стене, допустим,
Есть и засыпет. Не, не засыпет. Нажмется камешек. Стой, 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 стой. Давай, катись отсюда. Давай, давай, туда. Вот, он нажмет кнопочку нам. И все, замечательно. А тут Гэндальфом сейчас что-нибудь создадим. Вот доску какую-нибудь. Ну-ка, давай. Вот и все. Делов-то. А, они даже не падают, неплохо. Я, блядь, сейчас эта хреновина действительно заедет мне по роже тут. Коробочка. Стоять. Стоять. Ну-ка. Все взяли, отлично. Можно идти дальше. Можно идти дальше. Это, ну-ка, потому что у меня сколько? Два очка. Два очка. Нам надо до взрывной стрелы еще одно где-то надыбать. Еще одно где-то надыбать. Левитация мон... Так, это нам не надо. Я все-таки сейчас вот накоплю еще одно очко до взрывной стрелы. Я думаю, штука неплохая будет. Там кто-то орет, орет уже, правда, блин. Ну-ка. Кто ты? О, страж. Давайте сейчас херану, блядь. Кувалдой на... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пошло рубилово. Пошло месиво просто. Он и своих, и чужих ебенит. Правильно, на. Бей своих, чтоб чужие боялись. Все отлично. Блять, этот со щитом тут. На тебя вот, на. Открылся. Здесь рычаг? Рычаг. Секунду. Рычаг-то рычагом. Ты что, не можешь сюда залезть, что ли? Как так? Ну-ка, строим башню. Строим башню. Да не, да, да не доски, не доски. Так, вот, коробочку мне надо. Еще одну сейчас сделаем. И залезем туда. Вот. Замечательно. Тут целых три. Стоп. Целых три. А Зойка там не зацепит? Нет? Не зацеплюсь. Да и хуй с ним, на самом деле, с тем шаром. Давайте откроем, посмотрим, что тут за этой решеткой нас будет ждать. Пробегаем. И что мы тут видим? Мы видим... Что мы тут видим? Какие-то механизмы. Механизмы. Ай, бляха, я думал, не заденет. А, ну задел. А, ну я понял, тут карусели. Там кто такой? Нет, там никого, там это просто... Йента просто ящик. Из костей. А мы можем, может, ее раскачать? Карусель-то вот эту. Ну-ка, да, Гэндальфом. Да, слушайте, мы ее сейчас раскачаем. И перепрыгнем. Хотя, что тут, блядь, прыгать? Ты можешь... О, блядь, я думал, все, на. Ну, я сдох. А там внизу есть что-нибудь? Здесь пол есть. Между прочим. Так, а если я уберу? Огонь будет? Воздух будет. Воздух будет. Блин, я... Стой, 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 Гэндальф, нахуй. Чё-то мы тут начудили, блядь, не то, нахуй. А зачем нам это надо? Да убери ты эту хренотень, блядь. Там кто-то топает, что ли? Давай, ставь. Во. Поставили. Поставили. А здесь тогда как нам быть? Здесь мы поставим ее вот так, может быть. И тем самым заберемся вот до сюда. Вот и все. Хоп, даже шар взяли. Отлично. Сейчас дождемся карусельки вот этой. И все. И всего делов.
не внушает доверия этот мост. Заденет? Не заденет. Блять, задело. Ну, естественно. Естественно. Здесь шар. А это же такой мина, блядь, подводная, что ли? А, это бочка. Здесь какой-то шар есть, да? И здесь какая-то... Я могу колдовать? Я под водой не могу даже... Оттуда рыба выплывает. А что же там у нас тогда внизу находится? Тихо, 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 тихо. А, перекрыть надо. Толкать-то мы, наверное, можем под водой. Да? Да. Там кто-то рычит, правда. Это, наверное, наверху. Давайте всплывать. А то воздуха не хватает. Все, ныряем дальше. Все, перекрыли мы тут эту шипящую хрень. И что-то тут есть. Шар большой, отлично. Замечательно просто. Тогда идем наверх. Все мы тут взяли, все собрали. Рыба, не кусаешься? И похер вообще, блин. И вообще до пизды. Что тут такое? Кто рычит? Кто рычит? Какая сволочь? Там наверху, что ли? Точно, да, люди-ка. Здоровый, блядь. Ага, он спрыгнул. Молодец, нахуй. Нашим легче, блядь. Что в сундуке? Картину мы нашли. Картинка для коллекции. А я могу его сверху загандошить? Где он? Вон он. Так, готов. Еще разик. Еще разик. И еще. Эх, ты не попал. Да ты че, блядь? Зойка. Все, сдох. Че, как громко музыка-то заиграла? Эй, блядь. Ну-ка, нахуй. Надо будет убавить при монтаже. Уж слишком громко что-то. Так, этот что-то там выебывается, кидается, да? Замерз. Ага, разбили, хорошо. Здесь какая-то платформа. Платформа. А зачем? Мы сейчас... А зачем, зачем? Мы сейчас создадим коробочку. А может даже не одну. Кстати, а почему бы не одну нам создать? Вот, допустим, вот так вот. И еще одну создадим. И поедем на ней. Аки на такси. Блять, не падай! Аки на такси. Вот и все. Отлично. А, блин, там еще один у нас шар-то есть. Давайте рыцаря сейчас возьму. Все, взяли. Блять, рыцаря. Блять, рыцаря не хватает уже здоровья. Кувалда. Есть, отлично. А здесь? Эй, блин, ты чё? Всё, пол пробили. Замечательно. Тут бочка, что ли, ещё одна? Да. Ну хватит, блядь, откуда вы, сука, берётесь-то? Пошёл отсюда. Вот, лечилочка. Это прям вовремя. Карусел крутится. Для чего? Бочки. Что-то взрывать надо? Стой, там что-то лежит, между прочим. Оп! Бочки. Для чего нам эти бочки, интересно мне знать? А там пол-то есть вообще? Есть. А если я вот так вот запрыгну? Это было больно. Это было больно. Повышение уровня. Слушай, давайте сразу тогда Зойке сделаем стрелу. Все, у нас есть взрывная стрела. Взрывная стрела. Как она действует? Хоть огненный, ледяной. Огненный лук. Дыцна. О, там проход. То есть она и огненная, как бы, и... И взрывная еще, плюс ко всему. А что это за бочонки-то? Ну-ка, дайте-ка мы еще сейчас пизданем. Может, взорвать можно?
А, все, я понял. Я не понял сначала, для чего они нам эти... Ой, блядь. А ящик не взрывает, не уничтожается огнем? Не уничтожается. Мы сейчас вот бы закрепили его здесь. Может, он выдержит хотя бы один пролет. Сука, не выдержал. Ёпты, блядь, на шипы упал. Не выдержал, бляха. Твою ж мать. А как быть? Ей-ей-ей, зайчонка сейчас у нас коньки двинет. Как нам эту хрень остановить? Я что-то не понимаю пока что. Бочки. Тут что-то открылось. То есть кнопка нажата, да? Они так и будут вываливаться теперь, что ли? Кнопка нажата. Я не могу... А, так я за бочки. Ёпты, я за бочки-то могу цепляться. А я думаю, нахрена они тут. Сейчас мы ее сюда вот положим. Вот так вот. Вот и все, Зойку берем. Цепляемся и проходим сюда. Фу, делов-то. Ну-ка, взрывная. Блять, не попал. Дыцна. Взрывная, отлично работает. Сейчас еще пизданется. Возьмем сейчас мы коробочку сделаем. Да никак, блять, нет. Ты, сука. Коробочку говорю. Вот. Коробочку сделали. И взяли. Взяли эту самую хрень. Ой-ой-ой, подождите. Ну все сломалось же, да? Отлично. Ныряй, Зойка! Тут у нас чего? Тут у нас столько рыбы. А глубоко. Здесь вот. Рыбы, рыбы, рыбы. Ёбаный рот. Ничего себе. Это самое. Типа жемчужинки там были. Жемчужница, ракушка. Стоп. Взяли. Там еще у нас один есть. Давай, Зойка, ты выпрыгнуть можешь, нет? Вот. Может. Это звезда морская. А, тогда не прыгать можно, ничего себе. Хорошо. И кокосы. Бананы, кокосы, блядь. Блядь, на башку-то кокоса мне прилетело. Да тех ты, давай, падай. Все, упало. Мы сейчас тут все соберем в воде, что лежит. Я здесь проскочу? Не проскочу, надо чем-то затыкать. А чем? Надо чем-то затыкать. Ага, понятно. Сейчас мы делаем тогда ледяной этот самый мосток. И взрывной стрелой просто херачим вот по этой штуке. Дыц! Там два этих самых лежит. А, все, слушайте, она, значит, не навсегда это... Блядь, куда я? Не навсегда это ледышка-то делается. То есть какое-то время только работает. Все, она сейчас испарится. Сейчас она испарится. Сейчас мы тогда, знаете, что сделаем? Сейчас мы Гэндальфу сделаем вот такую гадость. Да не такую! Коробочку. Коробочку сделаем. Вот, коробочку сделаем. Зойка сейчас сделаем. Помост. Мостик этот самый. Гэндальфа. Давай, 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 Гэндальф. Опа. Да ладно, блядь, как так-то нахуй? Ох ты, запрыгнул, отлично. Еще раз запрыгнул. Все, перекрыло, перекрыло тут этот самый. Перекрыли. Перекрыли пары, господи, блядь. А здесь что такое? Здесь. Хер знает, что такое здесь. Ладно, идем дальше. Плывем точнее. Это кто, блядь, такой? Это самый, как ее на? Мурена, блядь. Ест меня? Да ладно, хорош.
Ничего себе. Хреново то, что я оружием-то не могу махать. У меня ни магии нет, ничего. Так, мурены. А, они, то есть... Фу! Сказал Гэндальф. А хули фу-то, блядь? Рыба и рыба. Ну, на змею маленько похоже. Это что? О, кракен, блядь. Ты ли это? Там сундук. Я вижу сундучок. А это безопасно? Какая тут безопасность? Он за безопасности спрашивает, охренеть. Блять, не ледяной, вот этот вот. Так, есть, отлично. Замечательно, больше тут ничего нету. Сундучок. Стихи. Моя сестра красотка, а я всю жизнь дурнушка. Но мне быть королевой, а ей лежать в гнилушках. Угу. Эй, упал. Черт побери. А ей лежать в дурнушках. Сейчас он, кракен-то нас туда вот подкинет, и мы перелезем. Осьминог, кракен. Давай, давай, давай. Вот, отлично. Хорош, спасибо тебе громадное. Что это такое? Это. Это можно двигать, как я полагаю. Или нет, нельзя. А только вниз нам все? Да, наверное. Бочка. А внизу что-нибудь есть? Внизу есть. Было, точнее. А вот здесь что у нас внизу находится? Ага, тут тоже какой-то секретик. Гляди-ка. Ёбаный рот, водой. Водой все залило. Ну и хорошо. Сейчас вода поднимется. Мы вот это даже, наверное, сможем взять, нет? Взяли. Ай-я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 й. Тише! О, блин, Зойка сдохла. Зойка кони двинула. Эй, блядь, не надо так делать. Вот, отлично. Рыцаря надо тут взять. Он хоть прикрываться щитом может. Хоть часть не попадет на него. Что за нахуй? Не попадаю, что ли? А, я в цветок херачу. Ай-яй-яй-яй. Зачело, стой, 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 стой. Ага, попал. Попал, отлично. Сейчас я сдохну, наверное, рыцарю. Не, не сдох, ни хера себе. Понадобится точно рассчитать время. Блять, ничего себе. Понадобится точно рассчитать время. Зачем нам точно рассчитывать время? Мы сейчас коробочку создадим. Нет, не такая была идея. Вот. Коробочку создадим. Сюда залезем. Сейчас еще одну коробочку создадим. Ай, блядь, разбилась, сука. Ну не надо, не толкай меня, ты че? Так, спокуха. Спокойно. Во! И просто пробежим. Ничего тут рассчитывать особо и не надо было. Там кто-то... там кто-то за решеткой? Это что? Тролли? А где вы? Ну и погодка. Погодка шепчет, блядь. Эх ты, блядь, провалился я куда? Блядь, молотком надо его херануть, да и все. На, сука. Это что там выебывается? Ты че, дядя? Бляха, а этот задел, сучонок. Еще один в темноте. Опять темно стало. Опять стало темно. Здесь у нас шипы, здесь мы это трогать не будем. А как мне наверх-то подняться? Я там не все ж посмотрел. Блин, неужели нельзя? Я не зацеплюсь ни за что-то. Так, херанем. Херанем стену. Это что такое? Так, подожди. Это что это такое, блядь?
камень просто, что ли, какой-то? Странно. Зачем? Зачем он нам был нужен? Ай, блин, упал. Давай, Зойку сейчас херанет. Вот, отлично. Ух ты. Ух ты, вот это сейчас будет взрыв. Оно ведь взрывается, правильно? Правильно. Неплохо. Неплохо. Надо как-то наверх теперь забраться. А, там есть за что зацепиться. Готов. Готов. Но мне, наверное, надо... Стоп, давайте я тут создам. Я создатель. А, там еще у нас есть. Ну-ка, давайте еще там создам. Стоп. Да как много-то их там. Ну, подожди. Давай тогда вот так вот создавать. Лесенкой. Чтобы удобно было залезать. Так. А, это сейчас херанем. Все, большая бутылка собрана, взята. И уничтожена. Теперь надо дергать за рычаг, как я предполагаю. Мы попадем куда-то туда. Но пойдем мы в это помещение, которое находится за решеткой в следующей серии. Все, с вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.